как все начиналось. Твой старик пытался убить Менендеса. Менендес решил отомстить. В то время Менендес был широко известен в узких кругах. Он сколотил состояние, управляя наркокартелем в Никарагуа. Он ему по наследству достался. ЦРУ пришило его старика. Старый циклоп жутко зол на Америку. Проблема не только в том, что у него хватает денег отомстить. Пока мы маемся хернёй на Ближнем Востоке, русские с китайцами хорошо устроились. А политики выставляют все так, будто дело в идеологии. Хрень все это собачья. Дай телефон. Батарейки, источники энергии. Весь мир от них зависит. А кто все это контролирует? Китай. И пока корпоративная Америка лежит зад Китаю... Таинственное объединение Гордости устроило акции протеста одновременно в Иране и Северной Корее. Его никто ни разу не видел. Кто же является истинным лидером Гордости? Известно ли, что его зовут Одиссей? Сейчас, Одиссей. Это сраный Рауль Менендес. Козел. Я сказал Аксону, они заняты. Что ж, гонка дронов началась. Серьезно? Вы хотите создать целую армию на основе одного минерала, который полностью контролирует Китай? Выпить. Эй, дурень, принеси газировки. Возьми из нычки медсестер. Премьер Китая Чэнь возмущен заявлением Гордости, намекающим на то, что за кибератакой стоял Белый дом. Правительство США много дерьма успело навалить. Но тут оно и правда было ни при чем. И это делает Кордис Ди еще популярней. Директора ФБР нашли мертвым. Сожгли заживо. В данный момент миллиард человек верит, что Рауль Менендес – мессия. Это не так. И советую побыстрее нахрен от него избавиться. Иначе плохо будет. Да Менендес целую армию тут сныкал, твою мать! База в 2 километрах к югу, среди развалин храма. Кажется, они готовятся к отправке. Сколько сейчас последователей у Кордис Ди? Где-то с миллиард? Скорее 2 миллиарда. И ни один из них не поверит, что их лидер террорист. Они считают Менендеса мессией. Кордис Ди ждет страшное разочарование. Пора узнать, что здесь прячет Менендес. Харпер, готов? Надо сохранять скорость при размахе. Не хочется сорваться. Менендес хочет, чтобы его последователи так и думали. Поверь мне, это не так. Кросби, выдвигайся. Вот так! Идем, сучок!
парашют! Раскрывай парашют! Ты как? Порядок. Салазар, Кросби, левую сторону держите? Порядок. Ждем твоего сигнала. Кракен! Это Харпер! Прием! Враг готовится покинуть территорию, ждем приказов! Точные данные об их возможности. Вам разрешено открыть огонь! Сектор, ты это видишь? Да, как его с ним не пошли. Эм, и граната уничтожит их маскировку.
Пошли, пошли!
гораздо больше под землей. Кракен — это сектор. Наземная часть комплекса нейтрализована. Начинаю исследование дополнительных структур. Срываем! Назад! Осторожно, половодье могло ослабить конструкцию. Вот срань! Ты смотри, блин! Сверху мы видели только фасад. Толщина стен несколько метров. Внутри связи не будет. Сообщи Бриксу. Скажи, мы заходим. Кракен, это Харбер. Подтверждаю, под храмом находится научный комплекс. Прошу срочно прислать сюда группу зачистки и сдерживания. Учтите, как только мы войдем, связь будет потеряна. Кракен вас понял. Наземная группа отправляется к вам. Время прибытия сообщу. Лазар, открывай. Похоже, тут никого. Может, все сбежали, когда мы начали атаку. Так, со мной. Вот зараза! Что это? Дайте повадку с азотом!
Все чисто. Это технологии 3D-производства. Компоненты оружия, брони. Менендес готовится к войне. Буц рассказывал, сколько денег Менендес сделал за все эти годы. Он вкладывал их в оружейные технологии. Здесь кто-то есть! Посмотрим, что у нас тут прячут. Открывай, сектор! Прошу, не убивайте меня! Ладно, выходи! Это лаборатория связана с известным террористом! Начинай говорить, или хуже будет! Меня зовут Эрик Брайнер. Я магнитометрист. И зачем ты нужен Менендесу? Меня привезли сюда для обработки целлерия. Это новый редкоземельный элемент, который выведет технологии микрочипов на новый уровень. Они идут! Помогите мне выбраться отсюда, я вам все расскажу! Ложись, нахер! Ложись! Сюда. Открыть замок могут только два человека. Я за тобой. За мной. Квантовая запутанность. У одного этого устройства вычислительная мощность выше, чем у всей вашей военной инфраструктуры. В лаборатории ходили слухи, что Менендес хочет использовать его для массовой кибератаки. Упоминали нечто под названием «Карма».
Должно быть, это название кибероружия. Если бы Менендес использовал целлериевого червя для начала атаки, его никто не смог бы остановить. Даже я не смог бы. Харпер, как там наше подкрепление? Сзади! Ложись! Кракен! Харпер запрашивает подтверждение по прибытию подкреплений! Оборонительные позиции! Кракен! Проклятие! Не отвечай! Придется пробиваться с подкреплением, ребят! Это не конец! Думаю, это задание можно считать выполненным. Адмирал Брикс, рад вас видеть. Взаимно, сектор. Что бы ни планировал Менендес, ключ к его планам целлерий. Наконец-то мы на шаг впереди этого мудака. Он всего лишь человек, адмирал. Он хочет, чтобы его принимали за нечто большее, но он ничто. Лишь жалкое подобие человека.